Всем привет, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть за Австрию, Европа 4. Ну что ж, подготовил я тут свои войска. Собрал 4 армии, которые движутся к границе Речи Посполитой. И попробуем с ней повоевать, точнее против нее. Но сперва я, наверное, что освобожу вассала Рязань. И буду пробовать ему вот здесь, в этом регионе отдавать территории. Тут будем отдавать Померании, Тевтону, Бранденбургу. Будем такие тянуть коридоры. Можно даже Венгрии отдать. Ну, Венгрии это, конечно, не так хорошо, как имперцам. Но тоже сойдет. Ну и даже так, у нас Любик. Он монархия, ну и ему тут будем отдавать, ладно. Давайте освобождаем Рязань, она вроде бы даже католической будет. Вот она. Да, католичество. Внутри империи, замечательно. Цвет, конечно, немножко совпадает с московским. Ничего страшного. Князь Иван Годунов. Хорошо. Войска подходят. У меня где-то тут еще есть. О, сразу налетело. Нет. А Польшу, к сожалению, я не могу выбрать как соперника. Почему-то внезапно она стала слишком слабой для нас. Наверное, учитываются еще наши вассалы. 19 тысяч, не знаю, что с ними делать. Наверное, тоже подвезу. Польша заметил армии, вот они, 7 тысяч, они воевали против Скандинавии, Скандинавия проиграла, и Дания тут получила много территорий своих прежних, ну и не только прежних. Так, ну что ж, войска подтянулись, можно объявлять, тут еще доходят. Воевание Харьков. Можно взять две провинции тевтонские. Харьков я не знаю, вряд ли буду брать. Я себе брать ничего не буду, мне нужны обмен очки для новой технологии. Сейчас расскажу почему. Ну, ладно, давайте будем брать за возвращение. Выберем войну. Вот эти... Тут венгры, там миланцы, они разберутся со всем этим... Со всеми этими радостями. Но мы будем с этой стороны поджимать поляков, оккупировать их провинции. Тут, я думаю, имперцы разберутся. Так вот, зачем мне технология админка? Очень нужно, потому что тут есть админ-эффективность. 20% будет дешевле корить провы, будет дешевле брать военный счет, там набирать провинции, они будут стоить немножко ниже. Так, и тут тоже польская армия находится, и нам нужно еще один генерал. 50 военных очков, там он неплохой, весьма-весьма неплохой. 3 осады. Вообще замечательно. Я надеюсь, мне тут Рязани одной хватит пока что. Уже можно будет что-то другое придумать. Ну, польские армии пока что отошли. Сильно пытаться наступать не будем. Наверное.
Так, тут поляки, они, наверное, что пройти не смогут, потому что латы не дадут наших друзей, скорее всего. Даже не знаю, куда они пойдут. Через Скандинавию вряд ли. Так, в порядке, не надо. Здесь еще появилось. Да, их тут дофига, но поляки отстают от нас на две технологии, среди которых важная технология на новый тип войск, новый тип пехоты. У нас линейная пехота у них там хуже. Так что можно будет как-то справиться, я думаю, если что. Стянуть войска свои. Так, 20 тысяч. Подтянем. На всякий случай. Можно даже держать их на кораблях, а можно и не держать. Зачем? Смысл? Тут не важно, что угодно. Перекрещиваем. Тут пока не могу. Можно будет просто убрать из торговой компании эти провы и перекрестить. Но оно вроде бы даже не влияет на единство. 122. Если и влияет, то там просто какие-то сотые процента. Так, пошли наши. Кёльн вижу. А, тут Венгрия. Ага, Милан. Нифига себе, 3,6. И да, там генеральчик. Нехилый такой. Ну, Москву тут обязательно придется брать. Давать ее Рязани. Так, ты, барабан, чё тут стоишь? Скучаешь? Не рискую больше, ну, наступать. Немножко стремновато. Поляки хоть они и слабее, хуже у них войска, но все равно их много. Числом тут в этой игре можно задавить запросто. Грузины, даже в Грузии есть какая-то армия. Ну, мы им тут отдали нормальной территории. Родной. Давай-ка ты. Ну. А, кто сей. Вот так вот. Так. Милан нагибает. Молодец. Молодца. Одному у них тут такое соревнование, кто быстрее возьмет. Социалистическое. Хорватия. Ну, смотрите. Бьют Милан. Бьют. Может, не бьют. 50 тысяч все-таки больше, чем 30. Но все-таки. Но у них тут было сражение просто. Вот их и бьют. Так, кто к нам приплыл? К нам приплыла Дания с двумя линкорами. Дания, у меня тут 23 линкора. Давай мы с тобой развлекаемся немножко. Странно, конечно, что они тут приплыли. Я думаю, должны задавить. Да. Ой, блин, потеряли что-то два. Транспорта, что ли? А, тут еще Грузия есть. 23. Ну, как было, так и есть. Не, никого не потеряет, что-то я.
показалось. Возвращаемся домой. А, да, Милан проиграл. Не знаю как, но проиграл. Кто нам помогает? Рязань. Ну, молодцы. Даже набирает армии. Да, Милан что-то как-то странно. Что-то он проигрывает. Так, первая осада прошла успешно. С чем я у вас и себя поздравляю. Так, теперь нужно решать, куда дальше продвигаться. Тут, допустим, взяли. Ну, наверное, Смоленск, Москва. Если, конечно, тут зайти можно. Да, можно нормально. Ну, ладно, подождем немножко. Если я вот так как-то пойду... Нет, так не получится. Польша... Сколько у них там рекрутов? 40 тысяч. А. Надолго их не хватит. Варшава уже взята. У них даже крепости нету, походу. Да. В столице крепость не ставить. Польша такая Польша. Так, вы куда пойдете? Через Тамбов. Вы давайте сюда. А пока подождите. Вы, ребята, сюда. Тут сейчас помогут. Конечно, не сильно, но помогут. Да, у поляков что-то там сильные армии. Наверное, у них... Да, у них много кавалерии. Да, у них дофига кавалерии. Сколько тут, если так посмотреть? 20 тысяч. А кавалерия за Польшу решает. Очень решает. Сейчас даже посмотрим. Я не играл за Польшу ни разу. Что у них там есть? На крылатый гусар. Плюс 33% мощи. Еще 5% дисциплины, боевой дух армии плюс 15%. Стоимость полков, мощь пехоты плюс 10%. Стоимость объединения, производство. Да, Польша очень хорошие идеи. Такие боевые. Можно сказать, даже сбалансированные. Так, что-то у вас тут тусовка слишком крупная. Ну, тут числом задаем. Просто тупо. Против империи. Никто не выдержит. Набег казаков. Странное какое-то событие. Типа ничего плохого для нас. Можно взять плохое, либо взять просто престижа немножко. В чем смысл? Возможно, если взять плохое, там потом что-то дадут получше. Где, походу, кого-то будем атаковать. Ну, этих мелких, естественно. Возможно, еще кого-то побольше. Текс, а что у нас тут? Доход налогов не надо, легитимность не надо. Инфляция там так нормальная, наверное. Рекруты не надо. Престиж, можно престиж взять. Правда, он не так набирается постоянно. Так что я хотел посмотреть. Что-то хотел. А, инфляция. Не, нормально падает. Ничего не надо пока что брать. Стаба троечка. Что у нас там по наследнику? 5 лет. Надеюсь, это долго не проправит. Правда, кого я обманываю? Только можно мечтать. Джейсалмар. Классное название такое. Джейсалмар. Опа. А, это отступающие. Ладно. Здесь перепуга. Аж пробел нажал. Здесь снова админ как не знаю, беспорядки. Анкара, так пофиг. А, нет у восстаний. Нормально.
Так, добили тут армию. Хорошо. Good. Тут уже пошли шестые уровни фортов. Тоже будет тяжко. Но сюда можно накидать 20 артиллерий, будет попроще. Что мы и сделаем. Так, сколько там арты? Десятка, да? Вот эти ребята сразу сюда. Тут у нас что по арте? 13, 7 можно взять. И сюда. И сюда. Так, вот этих бы добить. Генерала могу взять? Могу. Успеваю. Они идут на Халуку, но возможно... Плохо. Ладно, генерал не нужен. Но все равно сюда иди. 23. Пожалуйста, генерал. И, пожалуйста... А, нельзя, блин. Хреново. Можно было бы добить. Вон тут арты. Не, стоп. Фига, там 16 полков пехоты, 18 кавалерий и 7 арты. Но только есть 6 тысяч арты. Ох, как их хорошо было бы добить. Было бы немка. Немка. Но их можно попробовать тут запереть, если я смогу зайти в Ржев. Ага, сумею. Блин, генерал еще нету. На ускоренном. Черт. Нельзя. Эх, повезло им. Так, лот может встать и блокировать. Почему бы и нет? Так, венгры тут берут с начала войны. Не могут взять. Сколько бы мы здесь добили? Это было бы просто. Просто супер. Но поздно я это заметил. В Твери можно было, я думаю, догнать. Ну, пока они там стояли. Но шанс упущен. А Юти что-то там замирилась уже. Походу, да. Проход сюда. Нет, чувак, не дам. Так, Испания тут уже поджимает своими провинциями. Ну, не так уж и много, конечно, у них взяли. Давид взял дофига. Вот это все. Но я думал, будет похуже. Я думал, Мин возьмет побольше. И все нормально. Да, ёлки-палки. Еще и умирают, еще и осадные. Что сейчас сделаем? Доброе дело. Не так. Сюда. Командир сюда поставим. Отправим его сюда. Брянск. Конечно, много умирает. Пусть умирают. Так, у нас движется 70 тысяч польских армий. А значит, вот эти 19 тысяч нужно спрятать. Так, что-то там оккупируют. Вроцлав, Краков, тут тоже хорошие крепости. Сколько там год уже идет война. Чернигов, блин, тут тоже большая, и тут большая.
Ну, нам надо взять вот эту идею. То есть 20% основного умения будет немножко проще. Так, а тут я бы взял чувака на плюс 3. Лимит армии. Блин. Ну ладно, хрен с ним. Пусть будет на лимит армии. Так. Пошла жара. Ладно. И они не отступаются. Ну, сейчас посмотрим. У меня идут подкрепы. Неплохие такие. Даже не знаю, кто кого тут. Шансы равны. Поляки еще накидывают. Ой, блин, он пока тут обойдет это все. Бьем так нехило, по 2000. Не на по сотне. Так, теперь они нас бьют. Теперь мы их бьем. Давай, давай, мужики, держитесь. Там просто им накидывают новых и новых войск. Да, походу проиграли. Шесть. Но уничтожили больше. Ясно. Стой. Да, отступаем. Нормально. Давайте сюда. Главное уничтожать поляка. Эти рекруты, которых у них уже нету. Уже пол армии практически состоит из наемников. Да, берем. Да, они уже мирный договор просят. Мы им не дадим, естественно. Но тут просто вся польская армия пошла на половину нашей армии. Этих я не хотел снимать с осады, то война будет длиться очень долго. Чего нельзя допустить? Нам сейчас нужны войны быстрые. Так, пошли на Кёльн. Теперь... Эх, поляков тут бы, чтобы у них восстали какие-то восстания. Было бы зашибись. Тут быстро взяли форт. Блокируем тут. Поможем. Эти войска возвращаются. Блин, даже не знаю, как их тут. Короче. Разделить. Пушек нужно 20. 4 заберем. 2, 3, 4. Половину, половину. А, выбрать отряд. Стоит генерал. И отряд давай. Вот как-то так. Иди сюда. Нет, пока что ждите. Чё? Ага. Восстание Брютовский. Так, это не важно. Война. Тут они объявили новой Австрии, а мы не воюем в этой войне. Фига. 5 осады. Хрена себе. Так, новая Австрия. Чем бы мы тебе помогли? Можно только отправить денег. Сколько там вообще возможно? Ладно, 1000 отправим. Может, это чем-то поможет. Войско я им передать не могу никак. Да, они тут проиграют. Нужно просто против Англии воевать. Чё, потом отобьем. Так.
Интересно, они могут меня позвать в эту войну или не могут? Так, давай сюда. Сейчас должны взять Москву. Так, пошли, нам не надо. Очки это лучше. Ну, одну волну Кёльн тут выдержал, но вторую уже не выдержит. Пятьдесят процентов времени, и у поляков низкое желание сражаться. Ну, понятно, там все пошло в наемники. Практически вся армия. Так, эти 7000. Тут сюда. Пойдем. О, нифига себе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, сюда. Давай сюда. Будем тут пробовать что-то делать. Ну, шпок. Вот атакован. Вкусно. Понятно. Так. Давай отойди. С пути следования этой армии. Дания нет. А чё там Дания? Да у них средняя. Вообще ничего не оккупировано. Немножко оккупировано всё-таки. Вот, вот. Ну я, блин, не знаю, Дания. Кому же тут отдавать это все? Сканы, наверное, придется отдать. Все же Померании, либо Любику. Давайте Любику, наверное. Так, чего у него там? Как у Польши современный флаг. В конце он. Пробуем отдать хотя бы эти три провы. Вряд ли это получится. Ну, 75%. Ага. Ну, провы жирные, потому и нельзя. Тут не оккупировано, к сожалению. 22 это по-любому не возьмем. Ну ладно, пусть будет пока что вот так. Эти две провы отойдут Любику. Что там дальше? Да тут уже ничего не возьмешь. Репарации не надо. Ну и все. Денег. Не надо. Да и не дадут. Все, Дания. Спасибо за провы. Можно, конечно, подольше повоевать. Но это нужно нормально против них воевать, а не вот так. Тезенцы атакуют. Так, лимитор. Хорошо. Может, есть какой-то другой советник на плюс 3. Хрен там. Вот плюс 1. 3 штуки. Зачем? Смысл их добавлять? А сколько арты? А, просто умирает. Чё? Сейчас одну еще добавим. А ты чё сюда идешь? Ну, сюда он пойдет. Давай сюда. Ну-ка, рязанцы тут возьмут. Больше. А, у них уже армии почти что нет. Так, по лимитам отсортируем. 40 тысяч осталось. Взяли тут все-таки. Венгры эту крепость.
Дальше будем воевать, наверное, либо против Англии, чтобы с этими колониями навести тут порядок. Я что-то не вижу, чтобы они воевали. Что? Стоп. Английская Луизиана. А, это вот это. Понятно. Понятно. Тут, блин, ну оккупация идет как. Ой, не оккупация, а колонизация идет быстро. Так. Я не знаю, успеем ли взять. Тут главное вот эти две провы взять. Вот что, тоже почти что все. Тут тоже вряд ли грузины успеют взять. Так, поляк уже просит мира. Снасти хорошо. Ну, наверное, уже стоит перевозить кораблями армии туда, в Америку. Наверное, что туда пойдем дальше воевать. Так, и что у нас тут получается? Очень много пехоты. 4. Так, тут сколько? 36. Ого. 16. Так, взять. Мне бы еще, знаете, настроить транспортных кораблей, а то вот так по одной армии перевозить это не кошерно. Вот этот шаблон, он как-то странно работает. Что он мне не нравится. Пехотный нормально. Ну, сухопутный я имею в виду, армейский. 10. Что там у нас транспортников? Вот. Возможно, и нормально. Возможно, это я просто не понимаю. Короче, пусть себе строится. Это сейчас не так важно. Хотя Смоленск идет нормально, да и Чернигов, стены уже разломаны. Так, Полтаву убили поляки. Так, вот тут тоже пушки не хватает, нужна двадцатка. А есть у нас 13, нужно 7 орудий. Тут есть только 6. Сна. На 4 уровень нужно 16. То есть еще 3 добавим. Даже 4 нужно добавить. Так. То, что они там умирают понемножку. Да, давай. Ой, блин, Новгород отбили. Двойка. Бери крестьян. Так, тут ребятушки поплыли уже в Новый Свет. Будут воевать против Бразилии. Например. Да, тут нужно наводить порядки понемножку. И они тут все оккупировали. Ну, что я говорю, оккупировали, если это колонизировали. Но у нас тут есть здесь один, здесь 3 провинции, а вот это 4. Ладно, наши? Нет, это колумбийская. Значит, 3 у нас есть пробы. Так, туда итальянская. 3. Нужно взять еще 2. Ну, национализировать их 2 еще. И тогда уже можно получить там свою автономию. И будет попроще.
6, да, что-то они тут еле-еле берут. Пушек, наверное, нет. 5000 осады. А тут... тут 6 уровня. Тогда понятно. Так, поляки что-то севером пошли. Тут еще крепость 4. Тут 6. Тут 2. Тут 4. Зачем-то стоит с нами. Зачем? В Азии пока тоже не воюю, потому что нужно взять эту технологию административную. Да, нам очень не повезло с императором нулевым. Но пока что его делать генералом нельзя. Этот еще слишком мелкий. Не сможем войны объявлять. Регентство это самое худшее, что может случиться в финальной стадии игры. Хорошо, взяли Чернигов. И тут, походу, наверное, сюда нужно идти. Мамель. Попробовать его взять. Еще у нас есть 2 года. Так, Новгород возьмут быстро. Не думаю. Что там у нас? Вот. 50 000. Да, надо немножко ослабить. Хотя бы. Вот, практически прибыл. Интересно, сейчас работает эта фигня? Типа, автоматически обозначить, зайти, отойти. Не работает. Все равно они не хотят так выгружать войска. К сожалению. Текс. И у нас еще один свободный дипломат. Свободный дипломат. На Харизму у нас есть претензии. Есть аж 2. На Виджу. Виджу нету. Сфабрикуем. Сфабрикуем. Ну, давай на вот эту штуку. Что это такое? Тиру. Что-то там. Тирунвелли. Хорошо. С Виджей вообще можно воевать? Еще нельзя. 96-й год. Это пока что и не нужно. Так, ну давай, возьми. Я знаю, ты можешь. Ты можешь. Ну? Молодец. Молодец. За год взял. Ой, блин, тут с этими что делать? Тут тоже 6. Тут бы кто-то взял. Неважно кто, хоть бы кто-то. Так, тут возьмут. Так, тут берут. Стены разломали. Ладно, пойдем сюда. Делавар. Хорошо. И нам надо бы... Надо бы... Где-то тут начать колонию и сфабриковать сразу претензию. Например, на Магикан. А то я пока закрою группу идей, то это пройдет много времени. Не знаю. Так, ну что-то 2 провы только оккупировали, больше не могут. А, ну тут пока он приедет туда-сюда. Хорошо, хорошо. Тут войска у нас будут. Что у нас тут по крепостям? Ну, тут есть 2. 4.
Двойка, вижу. Хорошо, будем отсюда отталкиваться. Проверим дальше. Вот сделали систему с этими соперниками, ну, с DPS-ом. Но, блин, а как взять, например, вот чтобы у меня, ну, тут, ну, дают плюс один на генерал, если набрать плюс 25. А где мне взять этот лимит, если я не могу, например, взять соперника? Где мне взять лимит на генерала? Получается, нужно тратить военные очки на это все. Как-то тупо это сделано. Раньше было здание, которое добавляло плюс один лимит еще. Было как-то попроще, а теперь как-то потяжелее получилось, не попроще. Так, кому не надо соединяться. Ой, блин, да возьмите уже эти пробы, ходите тут, клоуны. Папа, что ты делаешь? Давайте поставим вообще, хоть для кого-то. Бавария. Кто угодно. Эссе. Так. Фальц. Рано или поздно возьмут, я надеюсь. 21, да. Что там, 190 уже. Ладно, меркантилизм придется брать. Либо доход, да зачем? Престиж. Тоже не надо. Рекруты. Это тоже не надо. Хотя. Ладно, пусть будут рекруты. Пусть будет так. Так, вот этих поляков бы разбить, чтобы они не брали эту пробу. А то там четвертый уровень. Так, вроде бы пошли. Услышали мои слова. Добьем свою пробу. Транспорты уже почти что построились. Папа напал, но выгреб, и никто не хочет ему помочь. Нет, помогли. Хорошо. Так, вот эти два красавца сюда. Тоже 1000 оставим. Тоже пойдем сюда. Видите, пальц пришел. Послушался. Арагон, ты бы лучше помог тут в морском сражении. В порядке. Так, что там? Революционеры. Этой фигни нам не надо. Никаких революций. Тут войска подтягиваются. Наверное, отсюда быстрее заберу. Перевезу сюда. Попробую отбить. Возьмут. Пусково отстояли, хорошо. Там на крайнем севере уже точно брать не будем эту прову. Вот здесь имею в виду. В 95-м году я смогу взять технологию. Хотя нет, быстрее. А нет, в 95-м. Просто была скидка минус 5, теперь минус 10, но все равно написано, что 95-й год насобираем. Наклянчим. Рига тоже против нас вроде бы воюет. Да, воюет. Но ничего.
Ладно, ребята, будем на этом завершать серию. Встретимся уже в следующей, где завершим войну против Польши и начнем против вот этих испано-португальских государств. Так что я благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока.